Накануне в правоохранительные органы Тотжинского района Тувы поступило сообщение об обнаружении в частном домовладении тела 10-летней девочки с срезанными ранами шеи. По данному факту региональным следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетней». В совершении преступления подозревается 44-летний отец малолетней потерпевшей, который уже задержан. В настоящее время по уголовному делу следственными органами подозревается 44-летний отец малолетней потерпевшей. Проведены осмотры места происшествия с изъятием вещественных доказательств. Для установления причины смерти малолетней потерпевшей назначена судебно-медицинская экспертиза. И по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.